Ну, здорово, ребят. Ну что, мы сегодня начинаем проходить Луиджи Мэншн. Там же поместье Луиджи. mr.toaster. Здорово, тут. Здорово. Тут-то здесь Атама. Короче, что, играть будем на эмуляторе Nintendo GameCube. Игра 2001 года. Смею заметить. На Nintendo Switch она уже, по-моему, третья по счету. Вышла не так давно. Ну ладно, мы сейчас про первую часть. 2001 года, охренеть, какая длинная, 20 лет игры. Поехали. Давай, New Game. Игра полностью на английском языке, никогда она перевода не имела. Русифицировать ее не вариант. Поэтому будем до лора допирать, насколько позволяет мне познание английского языка. Они не глубоким, скажу сразу. Короче, что, Луиджи каким-то макаром выиграл особняк. Ну и карту к нему. Пришел туда. И вот. Игрушка чем-то мне напомнила Resident Evil. Классический. Ну и заодно Охотники за привидениями. На Денди. Принцип у нее такой. Сейчас посмотрим. Но она интересная. Прикольно то, что у каждого привидения своя тактика, которой надо придерживаться. Итак, значит, мы тут. Правда, вот инверсия. Вверх-вниз фонаря, короче, это изменено. Обратно это не поменять. К сожалению. Итак, осматриваем, короче, все. Напряги. Ложись спать. Я только с работы пришел. Не купил 14 дней. Поздравляю. Сейчас нам скоро будет. Дадут основное наше оружие. И единственное. Это пылесос. Короче говоря, прикол в чем? Нужно посветить сначала на привидение, а потом засосать его пылесосом. Вот, в принципе, и все. Так, возвращаемся назад. Надо было катсцену, я так понимаю, запустить. Так, маленько поиграл, более-менее представление имею, что куда к чему. Ключик, короче говоря, мне дали. Ну и показывает, типа, надо идти вот в эту дверь. Тут как бы не надо, по-моему, пока что, насколько я заметил, не надо догадываться, какой ключ и для какой двери он предназначен. Типа тебе сразу показывают, куда тебе и надо что делать. Кинопридиры, пылесос, а бедные коты. Нормально, переживут. Бардгаммер, всем привет. Здорово, Бардгаммер. Короче, открыли мы эту дверь. Бардгаммер, вот мой лайк. Спасибо за лайкот. Первое появление привидений. Вот это наш доктор. Его зовут Пугалкин. П-У-Галкин. Ну, как бы так. Аббревиатура его инициалов. У него, короче, пылесос. Насколько я понял, там он называется Полтергейст 3000. Вот. И он сейчас нам его даст. Ну и, собственно, объяснит, что тут происходит. Оуч. Ну, говорит, прикольная работа, что-то такое. Я, говорит, ловлю привидений тут. Где мой лайк? Я не знаю, где твой лайк. Так, этот дом, типа, он полон привидений. Я тут их там, их больше становится с каждым днем. Ну и ладно. Бардгаммер, этот усатый охотник за привидениями похож на Марио. Это брательник Марио, Луиджи. Кстати, тут на отдельную кнопку можно звать Марио. Я так понял то, что он в этом особняке как раз Луиджи Марио и ищет. Так, говорит, привет, Луиджи, там туда-сюда, у меня есть для тебя какие-то вопросы, я могу тебе на них дать ответы и так далее. А у Марио брательник есть. Ну вот, это он и есть, Луиджи. Так, это поместье, короче, чтобы в него войти и так далее. Да, в Марио, между прочим, там довольно-таки много народу. Там всякие Йоши и так далее.
Так, это что-то несколько дней назад духи там поселились, короче. В общем, ладно, бла-бла-бла, все это дело пропускаем. Ты что в Марио на двоих не играл? В Марио на двоих? Ну, возможно, не играл он. Я не знаю. MR.Toaster. В общем, бла-бла-бла, все это дело пропускаем. Это поможет, типа, тебе, короче говоря, найти своего брательника. Показывают нам раскладку геймпада. Вот такой вот странный был геймпад на GameCube. Какой-то космический вообще. Ну ладно, посмотрели и будет. Первое обучение. Короче, вот у тебя вакуумный пылесос, он называется Poltergeist 3000. Я в Марио играл уже давно. Про Марио на двоих вообще первый раз слышу. Странно, Марио всегда был на двоих. Бла-бла-бла, короче. Обучение, короче. Передвижение. Ну и поворот камеры и так далее. Да-да-да, это все мы пропускаем. Они объясняют то, что свет фонаря, короче говоря, типа оглушает привидения. Пока они в шоке стоят, ты типа можешь их пылесосом затянуть. Пока просто надо на них посветить. Появляются они тут рандомно. Значит, я не знал, что Мария всегда был на двоих. Да, он всегда был на двоих. Появляется, короче, он опять мне объясняет то, что надо типа на них светить. Барганер, я всегда в Марио играл один, и то это было 100 лет назад. Ну, у нас, когда в детстве был второй геймпад, то мы старались играть в Марио на двоих. Вот инверсия что-то вот мне не очень удобно. То, что тут нажимаешь вверх, он опускает вниз, и наоборот. Так, ну и все, короче говоря. Посветили мы, бла-бла-бла. Он мне... Типа, чем я еще могу помочь? Выходим отсюда. Тут каждый предмет, каждую стенку можно простукивать. Это говорит о том, что будут некоторого рода загадки. В галерею можно. Ну, давай зайдем, он покажет мне галерею. Короче, основные призраки на уровне. Мы будем их в картины сюда вставлять. Это потом покажется, как он этим пользуется. Какое-то взаимодействие со статуями. Ну ладно. Это у нас геймбол хоррор. Это, короче, можно на эту штуку какие-то пристально рассматривать объекты. Если тебе что-то непонятно, то типа в этом геймбое тебе описание. Добрый вечер. Здорово, Вольфут. Что-то про статуи там трепет. Ну ладно, подходим к этому гаврику. А, да, и все, короче. Надо выйти из лаборатории. Окей, ябу-ябу. Они тут как собственно отсталые тоже общаются. А, все, давай, двигаем в особняк. А самое главное, выбрался с него. Ему ручкой мне машет, типа, чувак, у тебя есть пылесос. Так, вот у нас сразу же плачет Тодд. Давай его освободим, типа того. Ну, короче, он рад, то, что он меня встретил, там, бла-бла-бла. Я тебе буду помогать, там, вся хрень, короче. В этих тодах мы, короче, можем только сохраняться. Да-да-да. Все, потрещали мы с ним. Спасибо, говорит. Свет включился. Сохраняемся. Все. Не знаю зачем, но я часто стягиваю пылесосом эту хрень. Тут забавно, они отрываются. Но графон, как бы, я скажу, вообще, в принципе, на уровне 2001 года. Здорово, Егорыч.
Че там, как апатиты поживают? Меня чуть люфтер не огрело. Ну-ка. Не, я не затяну. Пока не знаю, зачем тут в течение всей игры ты собираешь валюту. Но не доводилось пока ей воспользоваться. Давай, стягиваем остальные. Тут все закрыто, заходим сюда. А нычки тут рандомно всегда. Что к чему, хрен его знает, но я в плане том, что вот. Иногда таких нычек тут нету. Деньги всегда по-разному валяются. Причем в разных их количествах. Вот у этой люфтры иногда бывает слитка, слиток целый заныкан. Да, он опять тут. Окей. Короче, чтобы запустить у нас этих привидений, надо вот эти вот свечки потушить. Все нормально. Предновогодняя суета. Угу. Ну, она сейчас везде. Так, ладно, давай тушим свечки, запускаем. Триггер привидений. Бам. Бам. Ну вот, короче, вы говорите, мы крутые призраки там сюда. Антон, привет. Мы сейчас, говорит, будем тебя натягивать немножко. Бу там и все такое. Баргамер, кстати, всех с наступающим Новым годом. Да, да, всех также с наступающим. Прям чувствуется новогоднее настроение, я смотрю. Так, первые призраки. Угу, не успел. Где он? Почему-то они иногда сразу же исчезают, как только на них посветишь, а иногда их можно зацепить. Не успел. Да. Антон, привет. По-моему, тут штуки три надо поймать, что дверь открылась. Принцип вообще как бы простой. Ты зачищаешь комнату, и у тебя удается ключ от какой-нибудь другой комнаты. Ты топишь туда, открываешь, зачищаешь. Все просто. Поэтому не особо я считаю, что этой игре прям нужен перевод, она и так интуитивно понятна. Но было бы прикольно, если бы ее перевели, но увы. Все, зачистил я эту комнату. Когда ты призрака только начинаешь затягивать пылесосом, тебя штормит в разные стороны, и тут нужно в противоположные нажимать действия. Ну, именно ходьба в противоположную сторону, чтобы была. Если он тебя сильно дергает, то у тебя монеты вылетают. Ну, с бабками, по-моему, тут проблем нет, если хорошенько все... Это вот у нас карта. Если хорошенько все исследовать, то с бабками проблем не будет. Так, коридорчик. Я начну вылетать, опять призраки. Угу. Где еще? Антона, а я не успел. Это старая игра. 2001. Сейчас на Nintendo Switch вышла третья часть. Ну как сейчас? Где-то год назад. Но она, в принципе, вполне смотрится и играется, как будто вот-вот. Простая, простая вообще, да нельзя. Так, я его не успел, да, ухватить? Там у него буквально пару хп оставалось. Даже единичка у него. Бля, ни хрена у него подача. Баргамер, игра прикольная.
Да, это забавное, вообще несложное. Такой, на расслабоне, на чиле. Так, еще будут призраки. Комната не очищена. Прикольно, когда двоих сразу удается поймать. Но это не всегда. Еще будет. Я ее так когда проверял, добежал до первого босса, как бы. Бои с боссами, в принципе, тоже забавно сделаны. Все, зачистил комнату. Давай теперь с этих всяких хрени проверим. Нигде. Закончил с ней уже. Нет, там еще в РДРке осталось, по-моему, где-то. Не знаю, может быть, часов 10-15. Не знаю, точно. Марио! Да давай, иди сюда. Все. Сейчас я люстру пропылесосим. Может, нычка какая есть? О! Еще маленькая бабла. А это пустая, да? Да. Ну и все. Делать пока тут больше ничего. Гардероб. Когда-то призраков получается прям с первой этой, с первой подачи поймать. И вообще без проблем. А иногда они просто исчезают почему-то. Кстати, вот зеленый появился, он швыряет эти, как его, швыряет банановые кожурки под ноги. И у него хп побольше. И на кожурке не попал. Давай-ка их стянем тоже. Запылесосим. Тихо-тихо-тихо, но... Да, минус один. Антонов, я хотел Steam Deck'а предзаказ сделать. Для России нет предзаказа. Да, еще рано. Там вообще какие-то проблемы со Steam Deck'ом. Что-то они там, короче, пока только налаживают контакты, чтобы вообще в Россию хоть как-то их поставлять нормально. Я думаю, насчет Steam Deck'а надо задумываться о его покупке где-то примерно через год после релиза. Не раньше. Потому что, во-первых, неизвестно, что за консоль будет, как она себя поведет. Во-вторых, надо еще определиться с ценой и так далее. Может, у нее какие-нибудь болячки будут, как это правило бывает. Антонов, и не будет. В феврале точно будет. По поводу России не слышно. Ну, она выходит, типа, по всему миру в России в феврале. Ой, блядь, по всему миру она выходит в феврале. Но в России там что-то какая-то проблема. Они же и так еще к тому же релиз перенесли. В том плане то, что с этими полупроводниками геморрой, говорит, мы давайте перенесем релиз, короче. Терпите, ждите. А когда в России, Антон, оно будет вообще херня. Ты хочешь сказать, че по детским болячкам? Да, потому что я думаю, что... А возможно, у консоли будет перегрев. Возможно. Надо просто, я думаю, подождать, не торопиться с покупкой. Все-таки я вот буду, если я буду брать, то я буду брать где-нибудь за этот, ну, средний ценовой диапазон. Антонов, я не буду ждать. Куплю при возможности. Вот, я, короче, буду брать среднего ценового диапазона за полтос. Как бы лучше, я думаю, не торопиться с выбором. Никуда эта консоль не уйдет.
все, как говорится, будет на мази. Надо просто не торопиться. Посмотреть обзорчики, чё кого там. Пусть у нас люди, которые на этом зарабатывают, нормально объяснят. Тем она будет горячая. Антонов, я топ считаю, надо брать из-за дисплея. Ну там не только дисплей, там просто сам по себе просто библиотека. Ну там почти стимовская библиотека целая будет. Почему бы нет? Если у тебя будет в портативе не по ценам Nintendo игры, как бы, то это же очень круто. Короче, я думал, как выйдет, так выйдет, а там уже посмотрим, что получится. Но в России она явно в феврале не появится. Дай бог, что вообще через год. С этим планом вообще как бы никто ничего не знает. Причем на мышей на этих вообще как бы светить не обязательно. Но они могут задамажить. Итак, у нас первый мини-босс. Я когда первый раз игру как бы эту запустил, я сначала не понял, что с ним делать. Тут нужна какая-то тактика, и мы ее должны придерживаться. Короче, вот так вот светит на чувака. Он появляется, когда ты только спиной поворачиваешься, он сразу же исчезает. У него единственное окно, короче, есть, когда он начинает подтягиваться в кресле. Тогда только можно его заловить. Оп. У него сотка ТП. Какие-то жемчужины из него выпадают. Не знаю пока для чего они нужны. Главное на гриб, на этот вот. Так. До конца я ему хп не добил. Главное на грипп на вот этот не попасть. Из-за него ты маленьким становишься. И у тебя пылесос отказывается работать. Ждем опять, пока он делает потягушки. Оп, и ловим. Все, заловили. Готово. А, мужика поймали, теперь надо бобенца его заловить. Второй ключ. Ну какой точнее, второй. Я не знаю, какой же. Все показывается, все элементарно, куда идти, вообще без проблем. Не надо особо репу чесать. Как в резике, допустим. Ключ взял и такой, вау, что делать-то себе? Я мышку не заметил. Сорянчик. Сорянчик, мышка. Эти двери пока закрыты. Не знаю, откроются ли потом. Но если их открыть, то они тебя просто придавливают этой дверью и все, короче. Заходим в спальню. В спальне у нас тоже этот призрак сидит. Сейчас, подожди. Бабло пособираем. Надо вот этот вентилятор раскрутить. Обычно оттуда бабки сыпятся. Ну, что не разгоняется? О, подожди. Вот. Сейчас раскрутим его. Все, бабосы на месте. Короче, тоже такая тактика немного хитренькая у этой бабы. Шторы колышутся, но призрак появляется, но тут как с мужиком не прокатит. Тут надо отодвинуть вот эти шторы. Ну, вторую не обязательно, но вот здесь дыра в окне. Ветер дует, она типа, вау, триггерится, короче, и идет закрывать окно. Тут ты ее за жопу и хватаешь. Что-то маленько она мне задамажила, походу. Все, и типа с ней ничего сделать нельзя, пока вот у тебя окошко это не открыто. Отодвигаем. Что-то баба посильнее телепает, чем мужик. Давай, тащи. Бля.
Почти. Бабу тоже наловили. Готово. Вот так вот, в принципе, у каждого призрака есть своя тактика. Надо просто допереть, что от тебя хотят. И все. Так, показали мне то, что я... Куда мне топать теперь? В зачищенных комнатах призраки появляться уже больше не будут. Топим сюда. Тут комната мало. Давай-ка мы похилимся сначала. Ну, обычно у него тут в комнате денег никаких нету, но мало ли. Все-таки появляются они рандомно. Ведь как то этого, ну, этого призрака, то что тут надо раскачать сначала вот это вот. Вот этого коня, и тогда призрак открывается. Эй, хочешь поиграть со мной? Ну да. Сейчас мы вас пылесосим сначала его медведей. Но причем пацана не так-то просто поймать. Его надо, как оказалось, вот этим мечом сначала по башке треснуть, а потом только он заработает. Эх, не подхватить что-то я. Бам, попал. Ну, типа мы с ним поиграли. И из пацана, короче, сейчас получится босс первый. Га-га, гу-гу, короче. Мальчишка тут у нас подрос. Ну, в принципе, у него тактика та же. Просто главное от него увернуться, долбануть по нему мечом и потом опять его ловить. Сначала уворачиваемся от атак. Двух лошадей пропускаешь и потом прыгают мячики рандомно. Мячик притягиваешь к себе. Эй. Ай, блядь. Я его и выкинул сразу же. Ладно. И ловим. Где-то надо 3-4 примерно так же надо сделать будет. Вот, собственно, и весь первый босс. Бабла с меня насыпалась, конечно. Оно исчезает, если вовремя не подобрал. Но, как говорится, не в деньги, в счастье. Босс, в принципе, вообще элементарный. Пока ничего такого не вижу. Это, конечно, не Dark Souls. Но, лови. Чё не достает-то?
Вроде в него поливаю. Ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Почти. Еще раз надо будет. Антона, as Dark Souls. Кстати, кто? Я прошел. Последние боссы вообще, блин, без проблем. Такое ощущение, да, что, знаешь, сначала игра сложная, да ебеней. А потом, наоборот, все проще и проще становится. Ну, по мере прокачки. Фишка игры в том, что ты постоянно как бы бежишь от одного босса к другому. В принципе, и все. Главное хорошую пушку найти в самом начале, чтобы разматывать без проблем, не попал. Чтобы разматывать без проблем. И все. Ау. Сейчас в Steam распродажа с сегодняшнего дня. Я себе третью часть купил. Со всякими дополнениями. И ждем еще Elden Ring. Так, где-то он вот тут. Ну, нормально, попал. Все, готово. Вот и весь босс. Похилиться есть еще? Да, слушай. Антонов, Скайрим не хочешь? Не, он у меня установлен, тренды сколько уже. Я в прошлом году что-то начинал в него. Поиграл, побегал. Ну, не знаю. Там в Скайриме там жить можно. Ну, не знаю, я бы, наверное, заценил бы следующую часть. Когда выйдет, там тоже же вроде неизвестно. Короче, что это? Нас Пугалкин говорит, короче, нужно то, что сдавай привидения в контейнер, и там мы их переработаем и сделаем из них картинок. Ну, в начале игры, которую мы видели галерею, которую нужно завесить вот этими картинами-призраками. Ну, как и в охотниках за привидениями, они сливали свои пойманных призраков вот такие контейнера, перерабатывали их там, но у них просто они находились в контейнере и все как бы, а тут из них еще и картины делают. Антона, ну сейчас одного же какая-то крутая вещь. Да, по-моему, они просто официально моды взяли, запилили на нее, да и все, моды по графону. А так, я как-то помню, скачал Skyrim, короче, сама игра что-то весит гигов 10, и там гигов на 50 одних модов, короче. Там, блядь, динамическая смена погоды, там супер освещение, всякая хрень, короче. Что там только не было. Я аж запутался в них. Ну так, посидел, поднастроил, короче. Вот опять же, поиграл, может быть, пару вечеров в этот Skyrim. Не знаю, особо не затянуло прям. Но она прикольная, там открытый мир, проработан. Короче, вот, поймали мы этих трех гавриков. Бабосы подсчитываем. Хорош. Пока не знаю, зачем тут деньги, как бы. Может, и пригодятся. Ну, типа, апгрейды, может, какие-то будут, не знаю. Ну, вряд ли, мне кажется. На-ка, на-ка. Возвращаемся обратно. Ключ, который выпал от малого, он открывает вот эту вот основную дверь. И у нас расширяется локация. Ну и, соответственно, виды призраков тоже меняются. Сейчас начинают вылезать призраки с потолков. Мыши всякие летят. По-моему, вот здесь призрак выскакивает.
О, поймал. У люстра есть что? Не совсем точно понятно, туда ты свистишь или нет. Ладно. О, два босса. Так, ну и тут все. Надо, короче, вот туда идти. Тут сейчас с потолка будут призраки высовываться. Надо успевать их повернуться назад и поймать его. Ну-ка, давай еще раз. Они исчезают очень быстро. Тут еще они начинают гранатами кидать. Ну, хоть не задамажу. Надо как-то четко в тайминг попасть, короче. Чтобы его и засветить, и спылесосить. Ну давай еще разок попробую, если нет, то нет. Да. Короче, да, ну и хрен бы с ним. Поймал немножко меня. Ну, вот этого удалось поймать. Бля. Потыкаешься в ушей. Давай, наверное, зачистим вот этот коридорчик весь. То что-то много всяких мелких сволочей. Ну и заодно можно... О, еще бабки. Да, вроде кувшинов больше никаких нету, да? Все, топаем сюда. Ванная комната. Но. Фонарь светит постоянно, но ты типа можешь его самостоятельно отключать. Ну и все. Ну типа проблемы там туда-сюда со всякими, пользуя свой контрольный стик там, короче говоря, напоминает опять управление мне в очередной раз. Тут у нас есть что-нибудь? Да, походу нет. Берем ключ. Да, я понял, куда идти. Возвращаемся практически к первому коридору. Их теперь два тут. Фига. Блин. Хреновенько нацелился, и он меня задамажил чуть-чуть. Блин, не успеваю. А хоть с потолка никто не вылазит. О. Причем за таких ничего не дает вообще. Так. Тут у нас будут сейчас сложные привидения, обычно на них очень много времени уходит. И фишка в том, что надо им сначала по лицу там маску стянуть, потом подсветить, а потом уже затягивать. Но вот у них очень быстро пропадает вот эта вот фигня. О, бред, нет. А, одного заловил. Тут еще надо умудриться на эти вилы не попасть.
никого не засветил. Ну-ка, давай от этих. Давай, давай, давай. Оп. Нет. О, одного, один готов. Так, их осталось сколько? 5 штук, по-моему. Они объединяются. То есть, когда, блядь, когда одного без пары оставляешь, он подходит и ближе. Первый раз я на них вообще очень долго сидел, не понимал сначала, как их правильно ловить. А тут, в принципе-то, почти рандомно получается. Вот они исчезают быстро. Надо четко попасть в тайминг. Давай, короче, вот этих двух попробуем. Вот. По-моему, даже двоих сразу, нет? Нет, только одного. Да они сейчас троем там будут плясать. О, давай-ка мы всю банду попробуем. Блядь, и ни одного вообще. Один готов. Почти. Давай, давай, давай. О, ништяк. Причем в этой комнате еще не все. Вот еще будет основной призрак. Успел. Ну чё, где? Готов. Так, давай по этому попробуем пропылесосить. Сначала стулья. Может, какие-то нычки есть? Не, ничего тут нету. Короче, вот эта вот парочка появляется только когда ты стоишь на круге. Ну, естественно, тебя сложно в том, что тебя мотыляют в разные стороны. Обычно где-то со второй попытки я их валил. Да. Я сразу не успел, но давай, 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 собираем. Собираем все. Есть еще что-нибудь собрать? Вон, блядь. Пока не знаю, нахрена тут жемчужины, но вроде как за них бабки дают. Готов. А он слишком светло было. Ну и что, появляется? Ждем. Они на вторую половину потом. Да, они на вторую половину, по-моему, перебираются. О. Не, ну нормально. Все. Зачистили комнату. Марио! Когда не с чем взаимодействовать, он просто брательника зовет и все. Все, поехали. А, вот здесь, по-моему, что-то может быть. Еще и в люстрах. Здесь пусто. Ну, повыше.
Ну, ты на тут бабла. И до рублики я себе собрал. Еще есть кто? Ладно, я прям на него светил, он тоже исчез. Эй, он меня схватил. Так, ну почему все? Тут теперь их подвое. Да иди отсюда. Тебя второй дамажит, когда ты с первым будешь. Нормас. Ну-ка, наверху есть что-нибудь в ящике? Нет. Ну ладно. Вот тут? Нет. А, тут самой кнопки не видно, но она отражается в зеркале. Хитрости? Загадки? Поэтому строго вот так вот и жмакаем. Примерно до сюда я доходил. Ну, чисто так. Посмотреть, что за игра. И вот. Дальше что будет, я не в курсе. Ну, наверняка что-то под этим постером должно быть. А? Напиться какая-то. Кто это? Типа, кто что-то, кто нас выпустил? Ну, ясно. Это большой Бу. Everybody scream. Большой Бу делится на маленьких Бу, которые будут разбросаны по локации. По всем, ну, почти в каждой комнате будет такие вот маленькие привидения. Их надо типа поймать 50 штук типа. Снова обучение. Как ловить вот этих маленьких Бу? Они будут прятаться в разных предметах. Вот, их надо сначала по радару найти, выкурить и потом поймать. Все, я понял, да. Бу-радар, вот он говорит то, что есть. Пользуйся, говорит, все нормально. Ну да. Давай дальше. Пойдем искать мелких. Ну и заодно и больших. Так, в этой комнате. Вот радар горит синим. Значит, в комнате ничего нету. Идем искать. Угу. Вот тут он. Он же желтым горит. Значит, в комнате уже кто-то есть. Где-то тут. Может, в люстре? Нет. Причем он не перемещается. Сука, бомбу бросят. Маленький урод. Он пока с этой комнаты явно никуда не ушел. Вон он. Он тут? Да. Тридцатник у него. Ну и как бы все.
Ну, поздравляю, говорит, ты поймал первого маленького Бу, и все у тебя будет замечательно, ходи по комнатам, ищи их 50 штук. Ну окей. Сохранились. Будь осторожен, Луиджи. Я непременно. Так, здесь тоже кто-то есть. Где-то тут? Да. Ага. Подстава какая-то. Куда долбануть? Давай в люстру долбанем. Попал? Не попал. MR.Toaster. Имя такое бу прикольное. Да, разрабы вообще с именами не валяются. Привидение, значит, Бу. Доктор Пугалкин. Он опять тут сидит. О, у этого полтинник. Ну иди попроще ловить, кстати. Тебя не колбасит по всей комнате. Да, да, да. И после каждого предлагают сохранить. Неплохо. И как гриб не берем. Мы его в очко. Блять, не сварение желудка. Тут есть у нас что? Пусто. Ну ладно, пойдем дальше. Причем он. Где он? В люстре? Он вот здесь сидит. Тоже на тридцатник. Чпок. Заловили. Пугалкин хвалит. Вся фигня. Будь осторожней. Ну, в принципе, резонно как бы каждую локацию еще раз пробежаться, чтобы эту... Ну, может, какие-то бабки тут заныканы опять. Посмотрю то, что можно что-то выбить повторно. Тодов. Ну, у него тут ничего нету. Ну ладно. Тогда, по идее, что, надо. А, нет, еще там один проход есть. В библиотеке стопудово один сидит. А то и парочку. Карта, в принципе, тут простецкая. Я не думаю, что тут 508 этажей. Скорее всего, их 2 всего. Так. По-моему, он либо в столе. Да, он в столе. А теперь он ушел, да, со стола. Он, скорее всего, где-то тут. Вот он. Полтинник. Он тут сам застрял между столом и книжками. Нормально. Ну, был дом, короче. Все ништяк. Сохраняемся. Да, я понял. Так, у нас вот эта комната, да, была еще открыта. Но он тут, я думаю. Нету? Подожди, а где он тогда? За шторой прям? Нет? Значит, в люстре. Не, ни хера. Под кровати? Да, он по кровати был. Теперь он вот тут. Да, выкурил. Та-дам! Готово.
Да-да-да. Я вот не знаю, их надо сдавать в галерею. Или типа потом все вместе в конце уровня. Посмотрим. Ой, нифига тут. Бабосы! Бабосы! Все. Здесь еще тумбочку можно дернуть. А да, как Скрудж Макдак, сейчас бабла нас собираю. Хватит на проституток усатого. Так, он где-то в столе, наверное. Нет? Чё, прям тут? Похилимся. Но хилы стандартно вот в этой вот тумбочке тусуется. Он опять переместился куда-то. Вот тут он? Да. Тоже на полтинник. Его зовут Турбо. Турбу. Ну фигня их ловить вообще. Они даже особо не двигаются. Ябу-ябу. Охраняю. Так, и в этом коридоре все. Шли дальше. Теперь на первый этаж, короче. Манать открытые комнатки. Из открытых у нас тут три, нет, больше. Вот здесь подвал открытый. Но в подвале, по-моему, ничего такого особенного-то нет. Скорее всего, там дальше как-то по квесту надо будет что-то делать. Запылесосим мышей. А вот этот синий призрак, а что-то он шустрый вообще. Я не знаю, как, у меня не получалось таких ловить. Пока нацелишься на него. О, бля. Был шанс его поймать. Ну и все, по идее, тут больше делать нечего. Ты один раз, типа, на него можешь посветить, и потом он исчезает тебе, больше не появляется. Как-то так. Усатый что-то ходит, напевает там постоянно. Ну, основную мелодию игры. Давай-ка вот попробуем еще раз этого желтого поймать. Нет. Почти. Нет. Ну и давай третий раз пройдусь. Нет, так нет. Заловил. Но за него ничего не дают. Так чисто. Так сказать, набить скилуху. Усатую. Давай. Оп-оп. Мыши, всякая дичь. Тихо, грибы не нужны. Все. Он испарится. О, подсвечники летают. Я такого еще не видел. Что с ним делать? Ну, он мне не дамажит ничего. Ну-ка, назад поверну. Нет. Как вариант, можно попробовать свечки все задуть. Может, типа, призрак станет активным. Так, тут свечей нету больше. Ну, а тут еще парочку. Бам. Бам. Mm-hmm.
Его не затянуть, ничего. Но вон тень, я вижу, ходит. Ладно, может потом как-то придет озарение, как его ловить. Тут у нас тоже, да, никого. Там Марио голый моется. Усишки свои намывает. Я тушил эти свечи. Не успел. Может, эти комнаты открылись? Нет. Комната напротив, может? Нет. Все закрыто. Ну ладно. О, тут кто-то есть. Он где-то... Или в сиденьях? Да, вот он в сиденьях был. 60. Булала. Его зовут. Вам. Жирненький. Да, сохраняемся, черт нет-то. Ну и все, тут больше никого. Можно единственное, что у люстров посмотреть что-нибудь. Пусто. Тут. Да, тоже ничего. И дальше. Марио! Марио! Он где-то или... Так, куда где он ржать начал? Понятно, здоровье. Он либо в люстре. Вот он тут. Да? Ни хрена. В люстре тоже нет. Значит, в каком-то из ящика. А, вот он. Геймбу. Его зовут Геймбу. И все, и он слинял. Как мне добраться до него? Может быть, он в этом коридоре? Нет. Он, короче, туда слинял за стенку. Я не знаю, как его поймать теперь. Может, вниз упасть надо? Марио! Так, с этим Марио! Тоже ничего не сделать. Ига, он появился где-то? Что-то чпукнуло такое. Антонов, блин. Леха, если тебе отрастить усы, ты будешь похож на Марио. Да, возможно. А может быть и на Луиджи. Пылесос мне в руки. Ну-ка, опа. Ни хера не работает. Так, по карте. По карте, по карте. Он свалил, получается, куда-то в коридор. Надо попробовать выйти отсюда. Может, он с обратки просто. Куда-то сюда он убежал. Тут закрыто. Эй-эй-эй. Ну-ка, может быть, он опять там появится? Марио! Причем там оно гораздо меньше мигает. Ну-ка, давай еще попылесосим тут. Проведем, так сказать, генуборку. Вон он тут сидит. Чего он мне тогда голову делает? Он в каком-то из ящиков.
Вот он. Наебка. Дай в зеркало, долбанет. Бам. А теперь его вообще в этой комнате типа нет. Наебщики. Давай обратно в коридор. Посмотрим. Давай еще раз попробуем мимо пробежать. Сколько мелочи всякой носится. Но они не появляются в других комнатах. Ага. Туда вообще подходить нельзя даже. Короче, надо либо решать вот эту вот херню подсвечника. Может, кто там вернулся? Давай еще сюда попробую спуститься, может быть, в подвале что-то можно уже сделать. Мыши с самой. Ну-ка, еще раз это падла выскочит. Нет. Ну, видимо, одноразовая акция. Закрыто. Что же делать-то? Вот здесь дверь какая-то. Закрыто. Какая-то из дверей по-любому должна, по идее, открыться. Нет. Ключей пока никаких не давали. Понятно. Че, будем искать иголку в стоге сена? Либо надо думать вот с этим подсвечником что-то. Это, я так понимаю, призрак у них дворецкого. И что? О, открылась новая локация. Ну, комнатка. Давай. Кто туда спасаем? Антона. Не, ты тогда будешь похож на чучей закуренных. Да. А, не беспокойся об этом, да. Мне тогда придется патлу отрастить, они же там мохнатые все были, как бабуины. Так, ну и чё, откуда этот ключ? Перед спуском в подвал дверь, я понял. Давай что-нибудь тут попылесосим. Жизни! Давай что-нибудь ещё попылесосим. Храните деньги в ваших сберегательных книжках. Ебать, у них сортир вообще козырный. Особенно система смыва. Так. Комната находится вот тут. Давай еще посмотрим, может быть, этот чувак там появился. Вернуться обратно. Геймбу добить. Не, херушки, вообще его в этой комнате нету. Сейчас. Хер знает куда, но ладно.
Все-таки интересно, что с подсвечником этим делать. Так, открыли. Это бабка, а, какая-то, короче, тёлка с предсказаниями, да? Марио! Ой! Эй, блядь, ну... Сраные грибы. Он как будто этот надышался гелия. Чё тут можно спылесосить? А еще надо думать, короче, как эту бабу выковалить. О, бамбурики. Так. Ее плохо видно? Ну-ка, подойти к шару. А, что-то, о чем ты меня хочешь спросить? Кто ты? Расскажи мне будущее. Давай, кто ты? Я мадам Клейрвоя какая-то. Какие-то предметы, короче. Так, это не призрак? Вот ее заловить нельзя. Давай, будущее, блядь. Я не то выбрал. Что-то сейчас у меня какие-то спиритуальные вибрации. И все? Я не знаю, ее надо ловить или нет. Хер знает. Ладно, давай потом. Че он орёт? Ага. Надо, короче, на зеркало обращать внимание. Нет. А, заловил. Почти. Че не получается скинуть-то его? А, наконец. Причем этих призраков вообще не видно. И это не последний, блядь. Он меня отдрючил. Вот так вот надо поставить свет. Хорош. Еще будут. Даже два. Нихуя. Один готов, второй примерно тут. Причем у каждого призрака своя тактика, и как бы потом, наверное, их будут мешать, тем самым усложняя процесс. Так, ну нашел, где появиться прям за мной. Давай, 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 давай. Все, зачистили. Давай, наверное, посвистим куда-нибудь пылесосом. Может, в люстрах какое бабло заныкано. Там еще тумбочка какая-то в конце комнаты. Ну, нет. Как раз жизни маловато что-то. Тут еще у нас эти бутусуются. Вон тут. А чего эту херню? А, вот он тут. Пунгбу. Готов.
Угу. Сохраняемся, чё ж нет. Ещё есть тут что-нибудь? По идее, всё. Так, если присмотреться в зеркало, на перспективу, ни кнопок никаких, ничего. Окей, пошли дальше. И такой. Эй, лыжи, что-то там... Found here. Что-то хочешь посмотреть на это? Fire элемент медал. Ну, короче, типа огненный какой-то элемент медали или что-то такое, или огненная медаль. Против каких-то привидений. Нихуя не понял, но он достучался до моего сердца. Хуй знает, что делать, короче, ладно. Какую-то медаль он мне дал. Опа. Дверь закрыта. Че такое летает? Чпок. MR.тостер. Ничего не понятно, но жутко интересно. Да, да. Короче, огненные чуваки. Вылетают отсюда. Какая-то шкала появилась. А нахуя? Ну, он был по стенкам стучит. Как-то нужно допетрить, как отсюда выйти. Хуя он заорал. Истеричка. Он усатая истеричка. Так, ну кнопок управления явно не добавилось. Что это за медаль? Как ей пользоваться? Угу. Этих я типа уже поймал. Вот в инвентаре. Как-то выбрать. Ну там. Хер знает. Нет, она просто дверь трясется и все. Но не зря вот эти вот чуваки начали же вылетать, правильно? Может, их типа надо держать на расстоянии? Блин, затянул. Так, вот он как этот, поскакал. Докуда он докатится? И все, он потух. Ну-ка, давай еще раз. Блин, затянул.
Блять, тут же стягивает его, ну и все. Что делать-то с ними? Так, это какой-то большой чувак вылетит. Стягиваешь его пылесосом, он меньше становится. А так ты его тоже на секунду просто. Это какая-то охуенная механика, которой нужно научиться пользоваться. Блять. Причем отсюда вообще не выпускают больше. Так. Вот он только что попытался его как-то на себя дернуть. Угу. Ну-ка давай их посмотрим в объектив, так сказать. Так не видно, да, походу? Ну, он вот тут летает. Он наверху. Вообще его не определяет. Так, ну-ка давай сюда. Вопрос зададим по поводу двери. Ира. Это какой-то, видимо, объект, с которым можно взаимодействовать. Раз он его объявил как-то. Может, их много надо ловить? Нет, слушай, нихера. Они просто заново появляются и все. Что это за херня и как ей пользоваться? Вот есть медаль. Какая-то красная, огненная. Как-то это можно выбрать в инвентаре? Да, причем вообще никаких взаимодействий с инвентарем больше нет. Что ж делать-то с ним? О, шустро я полетел. Ну-ка, давай-давай. А, все, он уже потух. Как-то их развернуть, может быть, надо. Нет. Ситуация. Марио. Угу. Пылесосом ты только затягиваешь. Ну, это чисто карта. Куда он валяется? Его видно? Нет. Ой.
и все, он тухнет. Он типа докатывается до двери и как бы все. Что делать-то? Ну а так ты просто дамаг получаешь. Насколько я понимаю, надо что-то сделать с огнем возле двери. Как его до туда дотащить, херово знает. Эти сволочи прямо возле него летают. Фонарь тут не работает. Только ты его снизу, сверху сбиваешь, он падает вниз и катится только по полу. Красные вот эти точки, ну, круги, короче, под ним, они прям показывают, где он находится. Чего надо, херово? Ну, тут тупо карта. Это у нас, ну, типа визор. Ну-ка, на мужика наведем. Как выбраться-то отсюда, а? Уже серьезно. Марио. Я за дичь. Так, можно типа выбрать как-то, походу. Это его типа объясняет описание. Так. Ладно, херня. Ладно, C-селек, ну допустим. Может, их как-то надо выбрать, призвать, типа того. Знать бы еще, за какая кнопка за что отвечает. Ну вот А это А у меня. Вот так оно и есть. Б это тоже. Угу. Вот он их просто ловит и все. Второй тут же вылетает. Причем вылетает всегда только один. Ну и все, он падает на пол, и ничего с ним нельзя сделать.
mr.toaster. Побегай, может, еще куда можно зайти. Все, эта дверь заблочена. Мне из этой комнаты не выйти. Вообще никуда, все. Чисто надо вот здесь, в этой комнате, что-то сделать, чтобы выбраться. Я так полагаю, то что надо... Как-то открыть, ну... Дверь типа запечатана, пока ты не решил загадку. Ну, как сказать, типа того. Типа загадку. С костра вылетают вот эти вот чуваки. Летают рядом с ним постоянно. У тебя вот еще шкала какая-то красная, с этой медалью. Марио? И все как бы. Это карта. Это кнопка у нас визор. Ну и вот. Смотреть предметы. Пылесос. И твой инвентарь. Это типа, что я набрал за эту игру. Вот с красной медалью-то появилось. Вот этих чуваков типа можно смотреть. Но ты читаешь только информацию о них. И все. Может, я в управлении какую кнопку не задействовал? Хотя нет. По идее, там все. Что делать-то с ним? Вот они тупо затягиваются и все как бы. Долго тянуть я их не могу. Прям до туда. mr.toaster. Отщи летающую фигню к выходу. Так вот как. Я его подтягиваю, он сразу же падает. Почти сразу же тухнет. Я его стянул просто пылесосом, и все. И чё? К двери не подойти, она дамажит. Причем я не могу их вытягивать, я их только могу стягивать внутрь. Стасов. Вылетает один, и все. Вот, когда я тяну пылесосом, по идее, вот я только вытаскиваю этих чуваков. Ничего больше не меняется. Странная хрень. Блять, что же делать? Ну вот они прям очевидно показывают то, что вот есть угли. Что-то надо с этими углями делать. Фонарь не работает больше, потому что комната зачищена. Селект. Ну, наверное, это вот чисто выбор. Б из Z это возвращение. Тут просто ты читаешь про них.
Больше ничего не сделал. А то он мигает прямо под этим. Почему так? Так, давай еще раз. Может быть, прям под эту штуку надо. Зеркало ничего не отражается. Странно. Они вот рядом с ней летают, и все, больше ничего нельзя сделать. Марио! Наверху они летают большие, а внизу вниз они типа падают уже маленькие. Немного прокатываются и сразу как бы все. Я ничего с ним сделать не могу. Так я его не вижу. Хрень какая-то. А, давай перекурчик, короче. Попробую почитать, может быть, в интернете что-то я найду.
Хочу посмотрел я, что делать. Надо затягивать этот огонь и как-то его, короче, потом распылять. А, по-моему, нужно, короче, управление посмотреть. Управление. Вот так. Вот. Теперь мы одним стягиваем, а другим, короче, у меня была не назначена одна кнопка. Теперь задача в чем? Надо взять и разжечь в этом, в этой комнате вот эти свечи. Три тут и три вот тут. Средняя что-то не загорается. Да. Загорелась. Как теперь повысить, поднять, короче? Ага. Короче, заряжаем вот этот огнемет вот этими чуваками летающими. Все понятно. Теперь здесь. Я так понимаю, то что надо тоже зажечь вот эти свечи. Давайте, у нас теперь пылесос действует не только на всас, но и на высос еще. Три тут и три тут. Ключик. Оп, от чего ключ? Угу. Ну и пойдем туда. В конец коридора, короче. Давай зарядим сразу же. Пушку. Ну все, хоть разобрался. Оказывается, одна кнопочка была не назначена. Не знаю, попробую я к ней подойти. Это можно как-то забрать? Нет. Я знаю, не работает, ну ладно. Примерно сюда надо идти. Так, ну то. Вот куда? Еще один коридор. Уже явно будет не один призрак. Надо бы жизни поискать. Полтинник остался. Тихо. Ай, бля. Да отвали ты от меня. Да, вот компостранцы, с ними биться что-то не очень. Так, одного я затянул, но я второй заловил. Ну, в этих десятках все. Все, я зачистил. Но тут еще этот, как его, маленький Ву тусуется. Он где-то тут. Вот тут где-то. Бамбуликов немного не повредит. Буги. Мелкого зовут Буги. Чуть не удрал. Фантастика. Угу.
Надо жизни поискать. Шапка Барри. И чё? Она теперь в инвентаре у меня? Да. Ну, я не знаю, может быть, ее типа одеть можно? Никаких взаимодействий. Ладно, пошли дальше. Че, как бабла насосемся? Да и все, короче. Серьезно? Я думал, какое-то, ну, продолжение будет коридора там. А, хорошо, хорошечно. Здесь есть что-нибудь? Нету. Да, бля. Короче, нужно подумать, где можно что-то зажечь. Так-то. Поэтому давай мы, наверное, пойдем. Ну, как вариант, может быть, сюда можно шапку приладить? Нет. Надо искать предметы, короче, которые можно поджечь. Пока вот кроме таких свечей я ничего не видел еще. Кстати, может быть, в подвале может как-то там что-нибудь запустить можно с помощью выдува пламени. Давай вот так вот. Нет. Это тоже не работает. Надо с первого этажа, короче, обследовать. Где-то по-любому должно что-то быть. Да, похер, давай сохранимся. Так, тут уже все свечи горят. Ну так, чисто в порядке бреда, почему бы зеркало не подпалить? Так, ну... Книжки можно попробовать поджечь. Что вряд ли. Нет. Тоже не то. Здесь, мне кажется, тоже ни хрена. Пиляем. Давай лошадь попробуем спалить. Нет. Эти, по-моему, двери у нас все закрыты. Ну-ка. Да. Марио. Давай попробуем сюда сходить. Здесь поджигать, в принципе, нечего. Ай, тихо. Грибы. Закидали грибами. Марио. Марио. Вот там вот где-то было в конце коридора. Ну-ка, давай шмотки попробуем.
Нет. Может, цветы? Тоже нет. И вот здесь еще. Да. Ладно, пошли назад. Что-то значит, видимо, надо шаром сделать. Там где-то транда сидит. Свечи горят. Их можно поджечь. И попробовать как-то ее с ней как-то взаимодействовать. Сначала давай-ка сюда пройдемся. Да вот эту дверь попробуем спалить вообще. Нет. Так, вот эта баба у нас вот тут находится. Давай зарядим пушку. Тут можно что-то взять? Куда? Постоянно он мигает, этот шар. Пёлка типа вообще исчезла. Давай еще раз запалим свечи. Ничего не изменилось. И причем она заново что-то пиликает. Что же делать-то с ним? Так ты их только можешь потушить. Когда не светишь, никого не появляется. И огонь не работает. Да. Давай зарядимся. Чё он мигает? Чё надо, я не понимаю. Так, это ход в подвал. Назад. Здесь у нас открыты... Только одна. Давай вот сюда сходим. Что-то тут не свечей, ничего такого я не вижу. Давай стулья подпалим. Нет, не то. Ящики нужно спалить. Нет, не можно. Может, сюда огнем захерачить? Нет. Это тоже не горят. Кнопка не пошла. Странно. Что же делать-то? Мария. Mm.
О, вот это можно штуку поджечь. Да. Точняк, я-то думаю, что с ним делать. Куда он делся? Давай за ним пройдем. Блять, я тут в стол уперся. Угу. И он туда ушел. Слушай, да он мне локации открывает. И все, мне его не заловить. О, иди-ка сюда. Я говорю, не просто так этот подсвечник тут летает. Сейчас он сядет, мы его опять заловим. Шпок. Готово. Тут у нас бу тусуется. Пикабу. А, я его убрал. Ну-ка, стой. О, иди, иди, иди сюда. Все, попался. Угу. Два привидения. В прошлый раз тоже надо было три поймать. Два я заловил. Давай посмотрим, что тут в этой есть. Пылесосить ничего не. Угу. Снова чуваки. Все, я зарядился. Наверху. Никак. Вот это я помню. Да. Что не открыть? Какой-то ключ. Ну-ка, ну-ка. Ага. По-моему, это там, где ванна, туда. Ну, сейчас посмотрим. Тут карта небольшая. Туда надо идти. Первая дверь получается. Что у них музыкальная комната? Консерватория. Мы зря космарио. Да, детка. Что-то мне сдается, тут надо будет на чем-то сыграть, чтобы вызвать призрака. Надо задействовать инструменты. Они немного не в такт лопают. Так, ну и чё? Шороху я тут навел, а дальше? А, пианино еще осталось. Да, она ничего не играла. My name is Melody. Её, короче, зовут Мелодия. И люди к... Spectral Beauty, ну, называют меня типа спектральной красавицей, которая что-то какие-то ключи там, ла-ла-ла. Ладно,
Эту проломную сонату базарил. Это мелодия с это как он, когда ты в Марио там под водой плаваешь. А, чего? Water, Sky? А, я не знаю. Где ты типа мог слышать эту музыку, по-моему, она вот это спрашивает. Вода, небо и я не знаю. Давай вода. Угу, правильно говорит. Надо ноты переловить. А я почти ее поймал. Короче, сначала отстягиваем ноты, потом в нее. Во. Ну это несложный тоже призрак. Но прикольный. По идее, после нее должен быть босс. Либо еще один призрак, и потом босс. По логике вещей. Так, собираем. Жемчужины эти. Тут еще где-то бут устроится. Где он? Вот тут. Да, он тут. Теперь он. Куда делся? По-моему, там же. Нет. Но он в этой комнате определенно. Может он в люстре? Похилимся. Он либо в картине. Нет, не в картине. Значит, в стуле. Тоже нет. Где он? Так, давай хотя бы ящик не взорвем. Следующий ключ. Угу. Как раз где у нас этот призрак появлялся. Так. Где-то тут он. Он тут? Нет. Вот он тут был. Бумео. Все, он удрал. Догоняем. Да, это он обратно ушел. Все, готово. И этого заловили. Это чаще. Все, выходим. Теперь вот эта дверь открыта. Ни одного не поймал, ты смотри. Да и пошли в жопу. Они все равно респаунятся тут. Все кожурки стянул. Ну-ка давай. Вот так вот. Опа. 72. Привет, друг, лайк лови. Здорово, Даман, спасибо. Нет.
либо зажечь надо все свечи, либо вот эти подсвечники. Ладно, давай мы сейчас сначала посмотрим. Так, да, забавная игрушка, сам недавно нашел. О, нихуя какой жирный. Надо что-то с ним делать. А этого я не успел. Так, у нас жирдяй, короче, он появляется и жрет что-то. Может, свечи разжечь надо? Так. Вот. О, надо уже тут сначала штуку поймать. Официанта. Где еще? Походу официант появляется только когда свечки горят. Да? Так, вот он. Где-то тут. А, блядь. Так, одного заловил. Чпок. Второго. Нет. Где он? В смысле, он улетел, что ли? Давай еще раз свечки запалим. Так, вот он. Все. По идее, сейчас это должен заработать. Нет. Что-то надо еще делать. Может, его еще поджечь? Странно. О, он наконец-то он активировался. Фига. Может, сзади подойти? Что делать-то с ним? Так, ну явно не огнем. Что делать? Так-то жизни у меня тоже не очень много осталось. Блять. Давай отсюда. Стягиваем. Ну, ты заебал. Вообще продохнуть не дает. Так, ну допустим, я зарядился. Я сейчас сдохну. Блять, что с ним делать? По-моему, я рановато сюда пришел. Но, возможно, мне типа водой зарядиться. Ну-ка, воду втягивай там. Да, если эта комната, точнее дверь горит, значит, ее можно как-то потушить. М?
него какой-то алмаз даже выскочил. Короче, надо теперь как-то водой, походу, управлять научиться. Кстати, тут еще призраки остались. Это думать. Блядь. Я подох чуть-чуть. Я на жирного много жизни потратил. Ну, в принципе, тут недалеко. Сохранение было, когда я поймал, по-моему, этого маленького Бу. Да, и вот ключ. В комнату к малому надо сходить, там хилы стопудово есть. А вот тут? Да. Я думаю, все-таки по логике вещей, если он типа может пламя затягивать, то потом и воду можно тоже так же. Потушим жирного, и все нормально будет. По идее так. Сначала, получается, надо комнату с жирным зачистить и перейти в другую, на кухню. А, ну что, посмотрим. Да. О-о-о-о-о. Без скатерти его тоже оставим. Чпок. Все, по идее. Все, он исчез. Так, давай следующую комнату сразу же зачистим, попробуем водой зарядиться. Ау. А чё он её не поймал-то? Сейчас ещё большая полетит. Всё, а это... она тут респаунится, что ли? А? Да, тут походу не достать. Где-то еще какие-то призраки должны быть или что-то в этом роде. Ну-ка, давай. Никого. Бля. А этого надо типа заморозить. Точнее, наоборот, огнем потушить. Я зарядился? О, теперь зарядился. Блин, ну сейчас уже куда сложнее все стало. Ну чё, где он? А его прям надо огнем полностью поливать. Его затягивать пылесосом не обязательно. Это так вот работает. Ну прикольно, чё.
Вот. Теперь я могу воду собирать. Как-то надо, короче, между монетами этими выбирать. И тогда ты типа водой можешь пользоваться, хочешь огнем. Так. Теперь надо научиться это делать. Не то. Так, у нас еще где-то Буту сидит. Давай его хотя бы поймаем. У меня жизни полтинник остался. А, вот и все, в принципе. Вот так они и появляются. А теперь вот просто выливаем. Все. Понятно теперь, как это работает. Давай Бу найдем. Где он? Вот тут где-то. Вот тут же. В холодильнике? Да. Булиган. Готово. Ну, я не знаю, может быть, быстро пробежать и сначала... Хотя, в принципе, сохранение есть. Не, давай-ка, наверное, попробую сейчас пробежать и похилиться. Думаю, малого в комнате там опять должно быть сердечко. Так, ну если у нас есть огненное и водяное пламя, ну, пушка, короче, тогда, соответственно, должны быть еще какие-то, да, бля. Ну, бери его. Хорош. Пойдем к этому боссу. Не туда. Нет, туда. Все правильно. Как-то надо, короче говоря, его потушить. Когда он харкает с тебя этими штуками. Но для начала, по идее, надо бы разжечь свечи, чтобы появились его эти, его официанты. Ну-ка, огнем, водой точнее, залить. Они не тухнут. Ну ладно. Так, а если вот сюда, просто для эксперимента? И все, короче, да? Я ее потушил. Можно разжечь обратно. Ну ясно, она хотя бы не одноразовая. Не, ну слушай, прям Метроид Ваня даже небольшая. Так, у меня уже пламя зарядилось. Давай, палим свечи. Так, ну и чё, где официанты ваши? О. Первый готов. Второй за ним там тусуется. Иди сюда.
мы куда-то свалил. Свечи все горят? Да. Где официанты? Ну, за ним там опять. Ну-ка, давай вот сюда пойдем. Нет. Где он? Обычно они появляются, когда я на него пылесосом херачу. Вот с таким звуком появляются. Готово. Так. Теперь он должен начать херачить огнем. Нет, ничего с ним не происходит. Подожжем. Что-то же давно, как-то я его в прошлый раз заактивировал. Чем я, по-моему, от него дамаг получил сейчас. Так, ну давай, давай тогда глядим, водой зарядимся. Оп, готово. Сейчас попробую сразу на него палить. Нет, нихера. Можно жратву его спылесосить. О, да. Ты у него жратву пылесосишь? Тихо. Блин. Бля, он все время попадает в тебя. Ну-ка фонарем посветить получится вообще. MR.тост. Лизу не зарубку. Ну да, что-то такое есть, кстати. Так, а давай попробуем затушить все. Может, типа слишком светло? Нет, смотри-ка, вообще не реагирует. Падла какая. Ну слышно там, как он херачит. По-моему, сюда вообще рано идти. Там собака-призрак. Давай еще зарядимся. Поймал? Вот. Смотри, что ж с ним делать-то? Теперь его вообще нет. А, вот. Короче, ты пылесосишь у него хавчик, и он начинает тебя шмалять огнем. Причем делает он это только при свечах. При жизни опять мало. Придется к малому идти. Пока где искать другие, я не знаю. Что с ним делать-то надо, да? Водой я его заливал. Какая-то должна быть тактика. Давайте. Mm.
Ну, хотя бы вот эта штука безотказно работает, спасибо. Короче, что, он плюет с огнем. Причем довольно-таки быстро это делает. Заливать его в этот момент что-то как-то не получается. Я так понял, что если ты из комнаты выходишь, то типа у него этот все заново откатывается. Так, свечи. Ну, залить их не получится. Меняем тогда оружие. Пум. А посмотрим, появится официант его или нет. Так. Стягиваем жрачку. А, никак. Сначала надо официантов заловить. Первый. Я думаю, что-то как-то со свечами надо делать. Ну, типа, чтобы стянуть, значит, ну, понятно. Сейчас поймать надо второго официанта. Потом стянуть вот этот вот холодец, то, что он жрет. А потом как-то надо или тушить свечи, или зажигать их. Но он не дает нормально это сделать. Руками только стучит и все. Свет на него не работает. Ну-ка, давай попробуем. Официант появился. Так, ну допустим. Еще раз пылесосим его в рту. Так, блин. Стягиваем. Может, я поджечь? Давай свечи запалим. Зарядиться надо. Че, где чуваки-то ваши? Так, слушай. А что если, допустим, на вот этот вот светильник поджечь? Работает это? Нет. Второй? Наверное, тоже нет. Там за ним еще картина какая-то. Да, светильники не пашут. Картина. Ну-ка, зададим вопрос. Смотри, ordinary. A little too ordinary. Что бы это значит? Так, ну я официантов его поймал. Все, теперь рту стянул. Шарашит и шарашит. Что же делать-то? Блять, я теряю здоровье просто так. Какая-то должна быть у него тактика. Что тут можно сделать? Вот этот можно теперь поджечь? Блять, но он не дает ничего делать. Так, нет, не поджигается. Ну-ка, попробовать спылесосить. Вот он.
Он, короче, сначала херачит в тебя огнем, а потом просто выдыхается. И все. Все куда прочь. Так, ясно. Просто надо побегать, пока он выдохнулся, и все. О, делов-то. Чем мы для этого спылесосим? Почти. Потом, наверное, надо будет еще раз к малому сбегать в комнату, похилиться. Все, запылесосили. Тут еще и Бу в этой комнате где-то. Где у нас мини-Бу? Он? Где? Вот где-то тут. Прям в столе, что ли? Теперь он... Фу. Нет. Тут где-то. А он в столе тут и был. Перемещается, походу. Букадишн какой-то. Нормально. Поймается быстро. Готово. Заодно и сохранение. Ча-ча-ча-ча. Так, ну я трех привидений-то поймал, а чё у меня типа нету? Почему их в хранилище не тащит? Может потом? Еще один алмаз. Так, ну ладно, давай сейчас, короче, к малому двинем, потом уже на задний двор. Можно вот эту штуку зарядить. Я не знаю, что мне пригодится из этого. Вода или огонь. Ну, какие-то еще явно будут стихии, там, я не знаю, типа ветром. Ну, ветром нет. Скорее всего, может, каким-то ядом там. Посмотрим. Пока только огонь и вода. Не, ну слушай, интересная, интересная механика. Типа у тебя расширяются границы тактики. Марио! Ладно, я думаю, пока мне хватит. Сейчас можно возле этого гриба сохраниться. И потом... Потом. Ну да, уже по прямой двигать на задний двор. Там какая-то псина невидимая. А, блин. Гриб. Вот тут. Сохраняемся. Кстати, я даже еще, по-моему, половину, да, еще даже половину замка не открыл где-то. Ну-ка проверим, мало ли что. Может, бабки какие. Нету. Серьезно? Меня холодильником убило. А тут еще что-то было. А, окей. Нет, так нет. Так, вот тут собака же сидит, видно. Что-то надо сделать. Вода. Надо ей в миску воды налить. Тогда меняем. Меняем воду.
Мистер Боунс, чё, я не успеваю. Серьезно, еще и скелет. Блять, мне надо и... А, твой, отпусти меня! Я за ногу грызю. О, давай сначала этого мистера скелета, короче. Так. Кость. Угу. О, теперь так ее можно. А я думал, мне в миску надо воды налить. Надо, оказывается, сначала скелета замочить. Она лизет кость, короче, отвлекается, ты ее уловишь. Тихо. Собираем. Собираем, что выпало. Сейчас, спулесосим ее. Зараз. Все? Нет, еще не все. Чпок. И готово. Что тут такое? Что-то светится. Марио. Что это зеленое такое? Так, давай попробуем сюда все-таки налить воды. Получится? Нет. Может, будку ему спалить? Тоже не то. Ну давай его водой зальем. Нет, не вариант. Можно попробовать ее спалить. Бля, из кости ты ничего не сделаешь. Попробуем сжечь. Это тоже не работает. Кость пропала. Я не знаю пока. Что-то надо походу с будкой делать. Кстати, вот у моего этой бабы еще не были. Вот она появилась теперь. Чё надо? А, шапка Марио, что-то она пишется типа. Угу. Понятно, что ничего не понятно. Зайком. Задолбанул. Кристальные какие-то сферы или что-то такое, символы моего клана. Черная сила показывается. Сминкен. Шоу Юкен.
что Марио жив. А, ну типа она посмотрела в шар, говорит, о, Марио, брательника твой жив, он где-то тут. И что? Ну-ка, подойди. Ну и ничего, короче. Я, конечно, попробую еще раз зажечь свечи. Может быть, эта баба как-то активируется. И мы ее тоже запылесосим. Ничего. Эти штуки у нее опять разжигаются. Значит, надо где-то что-то поискать. Какую-то комнату. Может быть, еще что-то. Если нет, придется к собаке возвращаться. Начнем с подвала, что делать. Я думаю, что у него потом в пушке можно будет заряжать электричество. И, типа электричество он палит на вот эту хрень. Как вариант. Где-то тут, по-моему, немножко жизни было. Да. Так. Да. Давай сюда сходим. Это у нас комната закрыта. Вот здесь. Предметы какие-то изменились? Нет. Отсюда только чертики вылетают. Я думаю, возле собаки надо что-то сделать, вот только что. Ну, давай, конечно, просто все комнаты я бегу посмотреть. Вдруг что-то изменилось. Так, тут снова этот Бу появился. И он где-то... Зеркало? Нет. О. Он снова тут. Ну, ее, блядь, он съебывает постоянно туда. Все понятно. О! Иди-ка сюда. Долбанул меня и свалил. Наконец попался касатик. Ну, раз уж я тут, давай еще раз посмотрим, что можно с будкой сделать. Марио! Вот она прям мигает. Вот что-то с ней надо делать. Какой-то предмет, наверное, положить.
Вот этот можно предмет положить? Не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Что второй этаж? Получается, если подняться наверх, то там с балкона вот эта вот будку должно быть видно. Ну, можно еще тут пробежаться. Пропылесосить вазочки. Ну, бери ты эту херню. Пусто. И закрыто. Нету? Так, у нас вот здесь вот комнатка открывалась. Ну, тут никого нового. Почему бы нет? Так, вот один. Может, ему что-то надо? Чувак, тебе что-то надо? Нет. Давай дальше. Кстати, некоторые вот подобные предметы, типа ванна, может быть, там ее водой надо залить. Может же такая херня быть. Может быть, в раковину типа воды наполнить. До свидания, короче. Так, тут я все пробежал. Так, пойдем наверх тогда. Да? С этим ничего не сделаешь. Так, книги я уже пробовал палить. Ни хера это не работает. Вот тут у нас что? Давай попробуем занавески сжечь. Нет. Их можно только отодвигать. И за ними стоит малой. И все. Блин, в каком он коридоре-то находится? Дальше и наверх. Тут, в принципе, нечего водой заполнять, поджигать. Тоже нет ни хрена. Я так понял, то что ты пробегаешь, короче, предмет. У тебя с него либо сердце валится, либо гриб. Больше типа ничего. Давай спалим растения. Нет? Нет.
И, короче, ничего не изменилось. У меня получается вот под этим балконом, там собака тусуется. Ну, вот она, будка. Я ее вижу. Хер знает. Надо думать. Давай я держу спален. Мария! Ой! Что-то куда-то надо сделать. По идее никаких. Есть будка, есть вода, то по логике вещей как бы можно воду типа налить в будку, сжечь ее не получается. И там это все дело мигает, вот она подсвечивается. Это не забрать. Здесь тоже. Женщине не выходит. Вот это вот. Так, а давай-ка мы ее прочитаем, попробуем надпись. Что написано? Здесь живет мистер Боунс. А вот это? Угу. Что-то произошло. Хуя приключение. Угу. Это, короче, какой-то телепорт. Я вот сюда так попал. Или через пенек. Это жизнь прям наваливает. Понятно почему. Скорее всего, будет большой скелет боссом, я так понимаю. Одного я почти заловил. Че их понимать-то? О, блядь, ну почти зацепил. Ну-ка давай сюда выйдем. Вот сюда вот прям. По пятерику мне дамажу, но ничего страшного. Бля. Сейчас мы их потихонечку покоцаем. Один лупит, и ты второго не можешь затягивать. Так, одного стянул. Остался последний. Давай. Все, почти. А че у него жизни не падает? Вот. Может быть, какие-то эти мешают про препятствия. И че? Я думаю, это босс. Да, это босс. Кстати, причем арена, походу, у боссов всегда одинаковая. Ну, плюс-минус. Там было прямоугольное, тут круглое.
желейный чувак какой-то. Он, походу, раздражается. У меня лампочка не работает. Куда-то в кого-то я могу этой штукой долбануть. Давай-ка цветного найдем. Вот, блин. Втягиваем малого. Долбанем. Блин, он исчезает. Не успел. Точнее, не попал. По-моему, не попал просто. Не то. Может быть, маленьких надо. О, что-то происходит. Да, короче, так и действуем. Втягиваем маленьких и долбим цветного. Где он? Эх. Где он? Не успел. Не попал. Не туда. Сраная инверсия. На шару чисто стрельну. Он, походу, подо мной появился. Ну, где он? Попал же вроде. Ну и ладно. Давай мега-шар попробуем замутить. О, сейчас-то точно попаду. Где он только? Бам. Ай. Сорвался, сука. Давай больших затягивать. Больше вариантов попасть. А их объединить, короче, нельзя никак, я смотрю. Не попал. Ну почти, блять, вот ровно же стоишь. Как он не попал мне? Давай еще. Ща, мега привидение в него долбанем. Чпок. Где он? Ну, превращайся в свою херню там. Бля. Мешается много на дороге привидений. Ну, зато с патронами проблем нету. Столько шаров сосал. А получился какой-то маленький один. Примерно вот как-то так. О, попал. Бля, у меня жизни нету ни хера. Так, уан хп. Та-дам. Когда кто меня задамажил, я не в курсе. Three,
Нака-нака. На каком моменте я остановился? Ладно. Ну, по-любому босса я завалил. Ну, такого вот этого жердяя. Ну, сейчас просто к собаке, да? Мы просто, короче, сюда смотрим. И все работает. Да. Ну как раз сейчас, короче, надо будет просто скелетов развалить. Желательно не тратя хп. А где все? И никто не нападает. Походу надо к этой бабке сходить. А нет, смотри, заработал. Так, минус один. Давай-ка мы туда перейдем. Ну, теперь, в принципе, с боссом понятно, что делать. Главное точно попадать в него, и все будет бенч. Все, заловили. Это можно пропустить. Да? Можно. Немножко тут странно действует система сохранения. Как у ДС-ки надо до босса добегать через мобов. Короче, попробую сейчас сначала только большими. Ну, нормально. А мелкие типа не катят, потому что попадал же мелким. Вот как-то так. Полденник у него остался. Ау. Блин, не попал. Где он? А, попал. Странно, но попал, блядь. Малой помешал. Но тут толпа на меня шла, как бы тут реально не попасть было. Вот, там большой. Сейчас мы большого затянем. Иди-ка сюда. Блин, придется мелких сначала. Твою мать. Блин, о, большой. Ну, давай. О, и это как раз. Бля, большого просрал. А
Почти. Его еще немножко осталось. Где он? Исчез. Бля, только себе набираешь, он пропадает. На шару кинул. Хуй, да я попаду, нет? Давай поближе, вот так. О, так стопудово попадал. Готово. Босс пройдет. Та-та-та-та-та-та. Еще дальше. Нет, давай-ка вот мы по плитам могильным постучим. Где-то тут большое сердце было. Вот. Вот оно. Так-то лучше. Тут есть еще? Нету. Марио! Угу. Это у нас получается ключ, короче. Кстати, малой, когда малого большого босса я завалил, мне дали ключ сердечко. Ну, то есть черви. Сейчас дали ключ трефы. Это, мать его, Resident Evil 1. Там тоже были ключи. Или Resident... А, в Resident Evil 2, по-моему, ключи были в виде карточных мастей. Ага, понятно, я все понял. Сука-сука. Сука-сука, говорю. Полтергейст 3000 надо стопудово ему заправить. Да, типа уровень пройден, давай еще картины делаем, Гарри. Нормас. Ну, скорее всего, если в игре есть электричество как стихия, ну, то есть молнии, то, что долбило меня, значит, я потом тоже ей буду управлять. Причем в разных последовательностях. Да, разные последовательности, как я ловил привидений. А это что-то наловил. Тимми, Тимми. Ябу-ябу. Спасибо, Гарри. MR.Toaster. Прям усатый рейдер. Я думаю, что да. Если есть огонь, есть вода, то тут что у нас еще может быть? Либо ядовитые какие-то будут эти плевки, либо электричество. А что еще? Все вроде. Заморозка еще может быть. Точно, у нас же Марио всегда морозить умел. Морозить. Короче, замораживать. Я тут бабла настриг, нахуй. 11 лямов. Нам. Уйти. Погнали дальше. Еще полчасика есть. Ага, а вот этот, короче, у нас утырок постоянно тусуется в будке возле дома. Да, Скорпион и Морозила. Два друга. Давай-ка сохранимся. Потому что это как-то странно все работает. Когда подыхаешь, тебя относят почему-то вот сюда. Марио! Угу. Вот эта дверь у нас была всегда закрыта. Кстати, в коридоре цвет появился. До этого, по-моему, тут не было. Ну-ка, посвистим. Понятно. Ну да, скорее всего. Только сюда идти.
такой звук мерзкий. Это получается, мы, короче говоря, перейдем в длинный коридор, потом небольшая комнатка, еще одна, еще меньше комнатка, и там спуск, скорее всего, по-моему, тут на карте, потому что лестницы вот таким вот образом обозначаются. И потом сюда, короче. Вот. Марио! Марио! Круть. Давай смелее. Ну это типа мышей, короче, местных. Ну ок. Кстати, что-то тут их дохера. Считай, каждого по пятере прилетит. Можно наловиться до магу. Так, потом какая-то надпись на этом. Надо попробовать быстренько ее прочитать. Я не знаю это слово. Что дальше? С этим ничего. Колодец. А. Маленькие сволочи. О, этот самолетик выпал. А, письмо Марио. Письмо в скворечнике. Что она там делает? Бамбурики. Я тут денег выпал. Так, и еще какой-то сарайчик. О, тут тот валяется. Здорово, старина. Тебя спасти надо. Трибл, что-то там. Что надо? Может вас пылесосить? Быстро. Что-то надо сделать ему. Короче, у нас получается что? Тут какой-то спуск, наверное. Вот. Вот так. Это спуск под лав. Так, а там какая-то комната. Давай наверх. Там комнатка поменьше, ее просто надо исследовать. По идее, тот, короче, перестанет ныть, когда я включу в этой локации как-то свет или что-то в этом роде. Ну, типа, когда она будет зачищена. Так, тут дверь не работает. Тут призраки маленькие летают, и поэтому он очкует, скорее всего. Но я тут освещения не вижу. Лампочек как таковых. Пока не знаю. Так, окей. Хуяй себе. Это подземелье прям. О. А этот пиздюк, короче, он в этом. Да, я говорит, здесь, я в картине. Надо спасти его. А чтобы его спасти, нужен ключ. Пики. Это, наверное, тебе дадут только в конце игры, наверное, его. Я думаю, так. Хуя. Я в матрице, что ли? Место знакомое.
и обратно тут оказался. Ну тут же дверь. Марио. Она не работает. А, и что мне типа заново все идти надо? Ну, давай вернемся. Короче, на картину прямо я не зырю. Окей. Надо посмотреть теперь там, где Марио сидит. Марио! Марио? Блин, а это надо, короче, все время триггерить. Кстати, а я же, по-моему, сюда-то не через кладбище попадал. Туда вот, прямо. О. Босяцкий подгон. Ну все, там уже пусто. Бля, как я туда попал-то? Марио! Ой. Все, теперь эта херня не работает. Надо обязательно посмотреть. А, точно. Я вспомнил, как я попал туда. Мне же ключ дали, треф и коридорчик там и все такое. Все вспомнил. Мне что показалось, я туда попадал только из кладбища. Скорее всего, там нужно куда-то посмотреть, чтобы все заработало. По крайней мере, мне так кажется. Сейчас попробуем, короче, вот тут вот огнем. Лампа не работает. Вот сюда огня. Нет. Давай сюда огнем. Угу. Это я понял. Ну-ка. Нет. Надо ближе подойти. Хотя с этого ракурса у меня только вот та картина и видна. Давай еще ближе. Ну, по-моему, это максималка. Да. Я тут больше ничего не рассмотрел. Ну зашибись, они тебя просто портуют, короче, подожди. Может, с этим зеркалом что-то надо сделать? Давай его спалим. Нет. Подойти к бабе с шаром, как вариант. Может, она еще что-нибудь подскажет. Она у нас вот тут. Трунь. Не сразу свечи загораются. Какие-то быстро поджигаются, какие-то нет. А? Она будет со мной разговаривать? Нет.
Не работает женщина. Выходной, походу, у нее. Так, ну-ка проверим. Я вот не свечу, звуков никаких. Теперь звук есть. Но не работает. Давай в подвал. Может быть, там что-то. В подвале свет зажегся. Это что-то новенькое. Марио! Тут стена. Угу. Давай сюда тогда. Ну там шарик какой-то на столе. Что это такое? Пусто. Угу. И никак ничего. Да, я думал, хоть что-то изменится. Но опять надо куда-то что-то где-то посмотреть, чтобы что-то где-то заработало. И эта штука явно будет не очевидная. Кстати, может быть, во дворе там теперь открылся вторая комната. Типа я зашел, посмотрел на Марио. Такой, вау, нихуя. И, короче, вторая дверь заработала. Вы же тоже, может быть. Это, тут ничего интересного. Обычно все головоломки тут решаются в пределах одной локации. Угу, тут можно воды набирать. Набрать воды, но для чего? Отсюда потом ключ дадут. Это по-любому. Блять, вы задолбали меня дамажить просто так. Может, я воды налить? О, он ныть перестал, кстати. Так, head, glove, shoe, letter and star. Короче, шапка. Я не знаю, что такое glove, ботинки, письмо и звезда. Типа для, ну, эти надо предметы собрать, видимо, чтобы Марио спасти. 5 предметов это гедр. Бери их, вспомни, где я типа нахожусь или что-то такое. И притащи. Ну окей. Прям в рыло ему посветить. Но у меня только сейчас будет сохранение.
если по-другому на диалог ответит? Ага, я уверен, что-то мадам вот эта вот, короче, баба с шаром что-то должна знать, наверное, про это дело все. Значит, теперь надо, наверное, к ней вернуться. Я не знаю. Ну, ключ мне, естественно, от этого никто не даст. Угу, все непременно. Пойдем к бабе с шаром. Это у нас... да, вот тут. А, у меня вода. Ну, уже, кстати, пошустрее свечи получается зажигать. Появилась? Нет. Не появилась, баба. Нет, значит, не к ней. Шарик прям беснуется что-то. Короче, тот сказал про каких-то 5 предметов. 2, по-моему. Или сколько? Письмо и шапку я собрал. Может, это что-то знает? Нет. Давай еще раз туда вернемся. Может быть, попробовать водой куда их поливать. Так, и почему-то они мне еще сохраняют путь. Блять, мудак сраный. Это, видимо, сделано, чтобы ты часто к нему не ходил, а то он тебя дамажит. Что-то быстро я туда попал. Так, давай попробуем тут воды налить. Да, я понял. Это причем никак не скипнуть. Не, вода не катит. Ну, конечно, с чего бы она покатила? Слушай, ну... Оказывается, надо было здесь просто привидение поймать. Ну, блядь, даете. Так, какая-то дверь открылась. Скорее всего, на улице. Которая вот прямо рядышком тут. Да куда, куда полез? Народу что-то до хрена. Ой, квадратный метр. Открываем спортзал, ну или что-то такое, тренажеры какие-то. Тут призрак у нас качается.
Давай что-нибудь попылесосим пока. Марио! Надо как-то успевать. Так, смотрим за движениями, короче. Трижды он дергается. Потягушки, нихера. И зацикленные движения, короче. Зеркало. Я думал, это лестница. Так, давай попробуем где-то сюда пройти. Третий этаж даже. Шикарно вообще. Тут закрыто. Я не знаю, по идее бы надо сначала того чувака обезвредить. Потом уже выше подниматься. Но можно потушить вот эту дверь. Пока у меня заряжена вода. Она не работает? Работает. Так, а тут у нас, короче, вода. О, по-моему, холод как раз, лед. Вон тут это, со льдом стоит. Это он застрял, сейчас сердце просрал. Что за версия? Марио! Как спуститься? О! Ты что такое рахит-то, блядь, открыть не можешь? Да, вот он, лед. Ну сейчас бла-бла-бла, чувак, ты можешь замораживать, спасибо. Ice Metal Element. Все понятно. Вот этим льдом можно попробовать этого спортсмена заморозить. Ловим бу. Где он? Тут? Тут бабло. Где-то был вот тут. Короче, у нас вот где второй стол. Он либо в предметах. Вот он. Зарник. Я думаю, что он там же.
Да. Да? Ну-ка. Вот он, где-то тут. Буджанглс какой-то. Ай, не уходи. Все, он удрал. Может, тут он где-то? Блять, он еще куда-то сказанул. Может, назад вернулся? Нет, он не тут. Где я вообще? Понятно, что ничего не понятно. Ладно. Хрен его знает, где Бу находится. Можно вниз спуститься и быстренько этого попробовать чувака заморозить. Если нет. Никак. Подожди. Надо его как-то грушами, наверное, захерачить. О! Бля, ну она мне тоже бьет. Не так. Что-то с ним надо делать. Вот. Когда, короче, он дышал. Вот, надо было на него. Вот. Давай. Почти. Сейчас он на место вернется. Надо четко встать напротив него. Блять. По чуть-чуть до груши отнимает. Во, блять, и мне прилетело. Странно, я вроде гриб не сожрал. Чё он слетел? Давай еще. Блять, и мне прилетает постоянно. Я не успеваю отбежать. Ай. Я понял. Давай его вот так давай. Блять, ну единичка у него осталась, да вы серьезно? Сейчас я ему в жопу дам. Ну, в смысле, по жопе. Все, хорош. Я думал его замораживать. Первая куча бабла. Так, ну сейчас впору, конечно, к ноду подойти и там сохраниться. Блять.
Ладно, будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всем удачи и пока.